Лето – отличное время не только для отдыха, но и для работы. Это не на словах, а на деле доказывают старшеклассники Славянской 5-й школы, которые работают в школьной ремонтной бригаде. Подробности в материале Андрея Вишневского. Летние каникулы большие, так что времени должно хватить на все. Главное – грамотно его распределить, чтобы учащиеся были задействованы в самых разных сферах. Летняя занятость – это не только организация интересного досуга, но и развитие детей. И школа вполне может решить этот вопрос. Уже не первый год летом в Славянской 5-й школе организуется ремонтная бригада. Ремонтная бригада – это хорошая возможность заработать деньги во время летнего периода. Ребята непосредственно выполняют и занимаются уборкой территорий, помогают в уборке помещений. Мы, соответственно, педагоги следим за техникой безопасности. 10 старшеклассников в течение 2 недель будут помогать родной школе оставаться красивой и ухоженной. Немаловажно и то, что они официально трудоустроены через центр занятости и заработают деньги за свой труд. Я второй раз принимаю участие в ремонтной бригаде школы и считаю, что это очень нужная и полезная бригада, потому что мы помогаем родной школе, мы делаем ее чистой. Кто привык трудиться, тому без дела не сидится. Трудовые навыки, которые ребята приобретут в ремонтной бригаде, несомненно, помогут им во взрослой жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».